Сегодня мы с вами проверим, что спрятано в этом оранжевом сюрпризе. От LOL. В нем должно быть спрятано сердце, в котором хранятся девочка и ее питомец. И это сердце нужно погружать в воду, и оно будет шипеть. Поэтому этот сюрприз и называется Bubbly Surprise. Пузырчатый сюрприз. Молния. Оп. Открываем. О. И здесь пока нет сюрпризов. Распакуйте меня. Меня сначала. И здесь, здесь. Я думаю, надо убрать эту крышечку. И здесь у нас, посмотрите, сердце и жемчужины. Сердечко наполовину розовое и оранжевое. А вокруг оранжевые и розовенькие сюрпризы. Давайте-ка посмотрим, что в них. В этих шести сюрпризах. Какие-то тяжелые, а какие-то очень легкие. Начнем с тяжеленького. А это песочек. Попробуем его разломать. И внутри, ребят, у нас ботиночки. На высокой платформе два ботиночка оранжевого цвета. И эта жемчужина тоже тяжелая. И тоже розовый песочек. А внутри... О, какой красивый костюмчик! В черно-белую полосочку с оранжевым ремешком и розовыми вставками. И куколка, наверное, очень красивая. И эта оранжевая жемчужина тяжелая. Открываю. А здесь оранжевый песочек. А сверху такие вмятины, как будто бы то ли лапки, то ли кратеры на Луне. И нам попался серебристый хвостик русалочки. А вот эти три капсулы легкие. А какой оранжевый купальничек. Жемчужные бретельки. Кофточка, похожая на бабочку. И оранжевый хвостик русалочки. А, парадная белая кофточка с золотыми вставочками, пуговками, воротничком и манжетами. И последняя розовая жемчужина. А здесь шортики. Они отлично подойдут к этой кофточке. Осталось только узнать, что за симпатичная девочка носит вот эти вот красивые костюмчики. А она прячется в этом сердце. Наполовину розовым и наполовину оранжевым. Все, что нам нужно, ребята, это опустить сердце в водичку. Снимем с него пленочку. Здесь несколько слоев. Оно очень похоже на мороженое. Я очень люблю ванильное. А вот Потап любит шоколадное. Кстати, ребята, шоколадное на английском языке будет чоколад. А это какое мороженое? Клубничное и апельсиновое. Я уже подготовила вот такую вот ванночку для нашего сердца. И мы нальем туда водички. И сердце отправляется прямо в нашу ванночку. И начинает шипеть. Вау! Розово-оранжевое сердце. Оно становится все меньше и меньше. Ай! Внутри вот какое сердечко. О, как будто бы это сердце покрыто морским песком. Можно просто его отколупить и достать капсулу. Огромную жемчужину в форме сердца. А кусочки песка так и продолжают растворяться. Розовенькие кусочки и оранжевые. Они становятся все меньше и меньше, пока полностью не исчезнут в этой водичке. Они растворяются и исчезают. Открываем добытую нами жемчужину, а здесь сюрприз-пакетики. Тоже оранжевого цвета. Три пакетика. В самом большом куколка, я думаю. И точно, посмотрите, какая она красивая. Ну и прическа. Привет! И тело у нее такого оранжевого цвета. Глазки голубенькие. И мне нравится этот белый завиток в ее челочке. У нее здесь полосочки, и, наверное, она меняет цвет. Давайте-ка мы это с вами проверим. Опускаем в холодную водичку. И да, у нее появляется костюмчик розовенький. А сверху темно-синие полосочки. Ой, и сзади бантичек. И еще у нее нарисован якорь. Проверим волосы. А волосы цвет не меняют. Очень красивый костюмчик, который, к сожалению, в теплой водичке исчезает. Проверим, что у нас в остальных пакетиках. Это кружечка. Снизу прозрачно-оранжевая, а сверху золотистая. Оденем нашу красавицу в этот симпатичный костюмчик. Вот. А ботиночки? Ой, точно, у нее еще есть симпатичные ботиночки. Вот какие. Розово-оранжевого цвета. Да, они у меня любимые. А кружечка? И кружечка любимая. Давайте из этой любимой кружечки накормим ее. Вот. И проверим, какой у нее сюрприз. Она плюется. А у меня
еще другой костюмчик. Смотрите, вот какой. Вам нравится? Ой, да, очень-очень красивый. Мне он сразу приглянулся. Вот такая я симпатяшка. А вообще, если честно сказать, я русалочка. Сейчас вам покажу. Ой, и мой питомец тоже. Он тоже может быть русалочкой. Значит, питомец в этом пакетике. Открываем. Ой, и у питомца точно такая же прическа. И кажется, ребята, это маленький котенок. Да, это мой любимый котенок. Давай покажем остальным, как мы можем превращаться в русалочек. Ну-ка, покажите-ка. Смотрите. Ой, и правда, они стали русалками. Девочка в костюме русалочки и ее питомец тоже маленькая русалочка. Как же интересно их зовут. Вот как нас зовут. Вот здесь написано. Ой, правда, здесь написано, что ее зовут Кэптен Биби, а котенка Кэптен Китти. И это, ребята, наклеечка. И эту наклеечку можно наклеить на сердце. Раз. И два. Или на свой любимый дневничок. Раз, наклеили и пошли в школу. А еще мой питомец меняет цвет. О, это мы любим. Давайте-ка проверим. Снимем хвостик у котенка и окунем его в холодную водичку. Проверим, меняет ли он цвет. Ой, меняет. У него тоже появляется якорь и звездочки впереди. И все, больше ничего. Только якорь и звездочки. Мяу. А в теплой водичке этот якорь со звездочками исчезает. И мы с вами раскрыли, ребята, еще одно сердце океана. Ну а если вы хотите посмотреть, какую куколку мы нашли в сердце океана розового цвета, перейдите в видео по ссылке в конце. Это видео так и называется «Сердце океана». Нужно постирать пиджак, в котором я прилетела. Доброе утро, дядя Кен. Доброе. Ты что это делаешь? Собираюсь стирать свой пиджак. Напачкала его в самолете, когда летела к вам. Хочешь, я тебе объясню, как включить нашу стиральную машину? Ну, давай, объясни. Берешь стиральный порошок на самой верхней полке. А, вижу, вижу. Угу, так. Добавляешь его вот в этот контейнер. Понял. Нужно поставить на деликатный режим и включить холодную воду. Готово. Стирка будет длиться 56 минут. Теперь засунь свой пиджак в стиральную машину. А, хорошо. Угу. Засовываю. Вот. Угу. Закрываю. Надеюсь, мой пиджак не испортится. Но если ты готов, дядя, я готов. Включаем стиральную машину. А теперь, дядя Кен, мы можем с тобой пойти и поиграть в компьютерные игры. О, точно, пойдем в гонки. Ага, пойдем. Стирка! Сейчас я устрою им стирку. Игры играми, но нужно мне проверить, как у меня там пиджак. Ничего не пойму, у меня пиджак был черный, а здесь какие-то пакеты. Что это происходит? И не открывается. Кто-нибудь помогите! Давайте-ка поможем нашему Кену. Что же случилось с его пиджаком? Что это за пакетики? Так. Ой, смотрите-ка, я вытащила. И здесь еще появились пакетики. Надо их тоже достать. Может быть, там на самом дне мой пиджак. Хотя я не представляю, как бы он там уместился. Вытаскиваем. О, еще пакетики. Ой, еще. Сколько их здесь всего? О, вроде все, но здесь нету пиджака. Ну, может, мой пиджак в этих пакетах? Пожалуйста, посмотрите. Ну, ребята, надо Кену помочь. Давайте-ка откроем эти пакетики и посмотрим, может быть, здесь внутри пиджак есть. Начнем с этого. Это не пиджак, а что это? Кока-кола диетическая. Большой пакетик. А здесь что это? Что за чудо-юдо? В маске с какими необычными рожками. Похоже, это бабочка с длинными ресницами. Какая красивая. И у нее рог золотистый. Бабочка-единорожка. Хм, что за насекомое в стиральной машине? Следующий. Чипсы? Нет, не чипсы, пакетик. И ложечка золотистая. Еще пакетик. А это доктор Пеппер. Так, дальше ищем пиджак. Еще чипсы. Нет, это просто пакетик. А в них ложечка. Еще один большой. А здесь тоже единорожка. Но кто это? Лисенок или котенок? С лапками, царапками и длинными ресничками. И здесь еще, Кен, посмотри, блески единорога. И маги единорога. Пиджака нет.
И где мой пиджак? А, что это опять такое в стиральной машине? Какая-то непонятная слизь. Ну-ка, ребята, точно, посмотрите, слизь, это лизунчики. Красный лизун и бирюзовый лизун. А я знаю, что можно с ними сделать. Сюда как раз мы можем добавить блеск единорога и магию. А? Перемешаем. Это у нас магия, от которой лизунчики становятся перламутровыми. Настоящий стиральный порошок. Да, вправду, очень похожий на порошок. А теперь добавим блеска единорога. Блеск, блеск, блеск. О, как красиво. Видите, какой красивый, блестящий. Ну-ка еще другой блеск. Вот такой сейчас попробуем. Ну-ка. О, а этот какой красивый. Красота. Смотрите-ка. Перемешиваем. И вот что у нас получается. Глиттерный слайм, розовый, бирюзовый. И можно добавить еще магии единорога. Так, мешаем, мешаем. Суховатый стал от этого. И у нас в результате получился яркий розовый бирюзовый лизун с блестками. Что еще за лизун? Где мой пиджак? Что за насекомые? Какие котята? Что это вообще происходит? Дядя Кен, дядя Кен. А? Что? Дядя Кен, твой пиджак постирался. Просыпайся.